железнодорожную станцию Békéscsaba. Сейчас на нем путешествовали супруги дипломатов, работающих в Венгрии. Они приехали сюда по приглашению Аниты Герцег, супруги президента страны. Они присоединяются с удовольствием. Кто хотя бы раз принял участие в такой экскурсии, тот с нетерпением ожидает продолжения. Я надеюсь, что они вернутся сюда вместе с семьями, привезут иностранных гостей и разнесут по свету хорошие вести про нас, сказала Анита Герцег. Цель экскурсии – показать ценности венгерской земли. Например, в замке графа Андраши в городе Дюла супруги дипломатов ознакомились с укладом жизни, культурой и традициями аристократического, гражданского и крестьянского обществ, существовавших в Венгрии 100 лет назад. Я непременно буду рекомендовать выставку и окрестные места. Я намерена привести сюда и моего мужа, чтобы он познакомился с регионом и усадьбой, сказала супруга британского посла. Анита Герцег каждый год организует 2 экскурсии для супругов послов и руководителей дипмиссий, чтобы они ознакомились с ценностями Венгрии. Крупнейший